Друзья, редкий артист может похвастаться, что приходит на авторадио как к себе домой. Поскольку делает это он примерно с частотой раз в месяц, мы этому очень рады. Гарик Бурито и группа Бурито у нас. Здесь, кстати, приходил к нам даже в свой день рождения, что уже особенно приятно. Конечно, за подарками. И в преддверии живого концерта скажу тебе по-японски «конничива». Спасибо большое. Так я не понял, гаминоса, это не серчай переводится? Ну, простите, это то же самое, да. Что простите меня, но с таким пиететом, как японцы, да, вот сленгово говорят, прям
Вот прямо самая высшая форма просьбы о прощении. Ну, заодно и японский выучишь. Понял? Здорово. А, друзья, вначале хочется всем сообщить поклонникам группы «Бурито», что 27 сентября в клубе 1930, 19.30, да, а 1 ноября в клубе А2 в Питере состоятся ваши сольные концерты. Слава Богу. Учитывая, что сейчас вовсю громыхает проект «Фитна», имеет ли смысл ждать кого-нибудь на концерте? На концерте, на. У нас есть такая интересная задумка, что все наши гости, вернее, ну, все, кто с нами исполняет дуэты, исполняют их виртуально. Так что все будут присутствовать виртуально на экране. Слушай, это очень хорошая штука. Представляешь, субботой собрать людей на дуэты в субботу у всех концертов. И мы поэтому всем сказали, вы знаете, простите нас, ваши образы... Да, Гоминосай. Ваши образы будут такими, какими мы их видим. О! Да. Даже это так. Интересно, да, то есть само решение даже концепции присутствия виртуальных героев будет тоже интересным. Ну, вообще, любители концепции, мы так понимаем. Даже если брать предыдущий альбом «Метаморфозы», а мы сейчас будем слушать «Метаморфозы», так понимаю, да, клип, снятый одним кадром. Я знаю, что многие, ну, не многие, окей, некоторые пытаются сделать нечто подобное. И это очень непросто. И был ваш эксперимент, расскажи, для чего это было сделано? Шесть дублей. И вот только последний дубль получился без светофоров. То есть ты расскажи людям, вот что вы делали, что такое одним кадром? Включил телефон и поехал. Мы прикрепили камеру на лобовое стекло автомобиля, я высунулся в окно и пел просто в окно. Как к этому относились другие участники движения? Бурито едет, все нормально. Бурито клип пишет. Но на самом деле, когда ты работаешь в камеру, ты не видишь, что там происходит вокруг. Поэтому так как-то все быстро очень пролетело, одним кадром. Слушай, еще совсем недавно вышел EP у вас «Полупогасшие приветы». Да, вот Гоминосай. Да, создается ощущение, что у вас какая-то прям, не знаю, как пятилетку за 3 года. Ну, каждый месяц обязательно EP. Три песни. Три песни. Это, скажи, пожалуйста, это кто это так? Концепция. Этот год, да. Ну, скажи, пожалуйста, вот это вот, что за тайный смысл? «Полупогасшие приветы». Ну, это когда у вас в голове, в сознании возникает, благодаря либо ностальгии какой-то, либо какому-то эпизоду, который вы наблюдаете, что-то вспыхнувшее, наполовину стертое, какое-то воспоминание, как привет из прошлого. Это как «Мамин борщ» мы сейчас пели, кстати. Да, примерно. Что-то такое из прошлого. Примерно так вот это и называется. «Полупогасший привет» прилетел. Все, на свое, понимаешь, свернули. Упрощаем. Вы в тренде, да. Давай все-таки представь нам трек «Метаморфозы». «Метаморфозы». Спасибо. Бурито. «Метаморфоза». Мастер представления. Там, где слово «хайп» выжигает мозг, там, где чью-то ложь принимают всерьез, мы с тобою точно все переживем вдвоем. Мимо нас быстро пролетают года, с нами и без нас растут города, а я до сих пор никак не пойму, почему. Ну почему ты была не моя, не моя, не моя, была не моя, не моя, не моя до этого дня? Ну почему ты была не моя, не моя, не моя, была не моя, не моя, не моя до этого дня? Нам не просто оставаться с тобой, в темной ночи льются рекой наши слезы, пыль на розы, метаморфозы. Ты все так же удивляешься дням, что бегут, как ручей по камням, холодной водой по корням, к ладоням. Ну почему ты была не моя, не моя, не моя, была не моя, не моя, не моя до этого дня? Ну почему тихая жизнь будет вечно стекаться в стихах. Боли нет, боли нет, боли нет, боль — это страх. Пусть словам не достичь глубины, где сердца укрылись от мглы, где все так же с тобой мы поем вдвоем. Ну почему ты была не моя, не моя?
припев. Так мою кровь, что я несу полную дичь, падаем навзничь. Ты волнуешь так мою кровь, это сложно постичь, мы тени горящих спичек. Так быстро, здесь что-то нечисто, о да. Мы долго были в пути, но звезды мерцают все так же, только земли. Долгими годами мы любовь найти не могли. Когда кончилась ночь, я был там же, где и сейчас. Живу, сочиняя песни про нас. Одинокая луна в наших головах полоумно. Ты волнуешь так мою кровь, что я несу полную дичь, падаем навзничь. Ты волнуешь так мою кровь, это сложно постичь, мы тени горящих спичек. Ты волнуешь так мою кровь, что я несу полную дичь, падаем навзничь. Ты волнуешь так мою кровь, это сложно постичь, мы тени горящих спичек. Спасибо, друзья. А это Бурито, и пришла пора поговорить о большом. Мы помним, как ты учил всю страну писать хит-на. Так. И сейчас приучаешь нас к проекту фит-на. Да. Расскажи, пожалуйста, вот эти вот фиты, с кем они уже есть, с кем хотелось бы В этом сделать... году мы начали с того, что записали первый фит с группой «Чайф». Потом мы записали фит с группой «Пикник». Ну, как по нашему принципу, да, то есть с разрешения правообладателей, исполнителей и полюбовно мы попросили творчески взять часть какой-то песни и на основе этой сентенции сделать что-то свое. Все очень хорошо, с удовольствием на это идут, контактируют. И также мы делали, сегодня мы споем эту песню еще с группой «Ронда», она совсем недавно вышла, эта песня, 23-го. Поэтому сегодня все исполним. Старые То есть все песни, ура, все в новом, за. В новом варианте. В новом варианте никто не был против, я так понимаю. Да. Слушай, вернемся, безусловно, к творчеству. Ему большая часть и разговора посвящена, и, безусловно, сам концерт. Но немного о личном хочется. Новый учебный год вот-вот начинается. Ты как-то сказал, что считаешь своих одноклассников настоящей семьей. Именно одноклассники мои, 10-11 класс, да, мы стали очень близки в то время. Это был далекий 94-й год. Да, мы были очень... У меня так складывается, что с ребятами уже, когда мы стали повзрослее, поответственнее, складываются такие дружественные отношения, которые мы поддерживаем много лет. Так было в школе, 10-11 класс, так случилось и в университете
С Бандерас. Представляете, у нас есть с Бандерас чат лихолетия. Лихолетие. А в этом-то году 30-летие получается, а? Надо встречаться. Встреча одноклассников, 30 лет юбилей. 30 лет. Ну, если получится, можно и встретиться, конечно. Слушай, можешь дать какой-нибудь совет нынешним школьникам, которые многие, не хотят ходить в школу, многие не дружат с своими одноклассниками и посвящают больше там, гаджеты, то есть какой-то вот... У меня сын через 3 дня идет в первый класс. Так. Будем наблюдать. Он хочет в школу? Он да, пока да. Первые 2 дня? Я пойду, он в первый класс идет, подожди. Да, в первый класс. А что порекомендовать? Тут, ты знаешь, не попишешь. Школа и школа. 10 лет надо отрубить. 11. Ну, либо 9. Ладно, давайте к более приятному, к творчеству. И песни из проекта «Фитна» начинаются. Да, совместный трек. Ну, это получается новое прочтение песни группы «Пикник», которая сейчас называется «Вопросы». Там мы услышим голос Эдмунда Шклярского. Сейчас все поймете. Как водится. «Вопросы». Это уже для тех, кто пойдет дальше слушать «Исходник». Скажи, пожалуйста, когда музыканты, вот как ты говоришь, «Исходник», те же «Пикник», Эдмунд Шклярский, тот же «Чайф», услышали вот этот вот готовый ваш вариант, какая у них была реакция по итогу? Очень, очень позитивная. Для них вообще такое интересное сотрудничество тоже. Ну, то есть сначала... Как интересно, как ты хочешь сделать? Когда я уже присылаю готовый трек, говорят, о, красота, очень здорово. Они не предполагали, что так можно... Да, я все время пытаюсь изменить не просто форму, да, но и смысл подачи, смысл песни, смысл песни. Не то слово, ты от иероглифа оставил просто один вопрос. И никакого ответа. Поклонники «Пикника», а где же сам иероглиф? Ну да ладно, действительно, лучше слушать оригинал, хотите этот, хотите тот. Нет, в смысле лучше слушать оригинал? Но я имею в виду, можно послушать.
книг, чтобы понять, да. Потому что это все-таки трактовка, это новое дыхание. Новое прочтение. Это просто, да. Ну, то есть это моя опора, да, вот это рок-музыка. Ребята, которых я люблю безумно, и вот на песнях которых я вырос, это какая-то дань и свое совершенно новое мнение. Угу. Наверное, так. Продолжим концерт. Давайте. Ну что, с чайфом песенку, чай. Да? Да, давай, давай. Угу. Уже можно хлопать всем уже. Здесь надо танцевать. Каждый решит сам. Волосы дыбом, когда в душе человека растет ураган. И далеко в сумерках лет, как нет его, ждут слезы, свет, небо, абсолют.
скажет, когда я увижу последний рассвет? Кто скажет мне, кто прав, а кто нет? Я не могу, просто нет сил рождать боль. Моя роль — это миф, я призрачный сон и иероглиф. Ты и я, все по сути одно. Мы, проживая себя, смотрим одно кино. Лента закончится титрами, набором слов про сон. Но здесь и сейчас наши сердца будут звучать в унисон. Ну и следующий трек уже... Свет 95, это из первой синтетики. Самый первый EP в этом году вышел, синтетика 01. Это из первой синтетики. Хорошо. Свет 95. Печальный свет твоих историй,
а мое сердце будет биться. Просто говори, а я буду греться, позволяя слезам моим литься. В мире небольшом набегу украдкой, поправляя вскользь посидевший локон. Только не молчи, жизни будет гладкой в отражении спящих окон. Мое солнце не здесь, оно просто прячется где-то. Но каждый новый мой шаг будет шагом его луча. Забери меня, забери, забери меня с собой. В моем сердце так много любви, разреши мне быть рядом с тобой, мама. Забери меня, забери, забери меня, мама. Под небом другим остывать будут только наши следы. А где весна за снегами легко скользила ко мне, седыми косами древних ветров становились мечты о тебе. В моей памяти снег, в моем сердце память о птицах. Что останется нам, кроме капель воды на ресницах? Забери меня, забери, забери меня с собой. В моем сердце так много любви, разреши мне быть рядом с тобой, мама. Забери меня, забери, забери меня, мама. Под небом другим остывать будут только наши следы. Забери меня, забери, забери меня с собой. Я наблюдаю под облаками душные сумерки. Что будет дальше, точно не знаю. Я вспоминаю лишь твои руки. Ты далеко, ты так далеко, мне звать тебя не с руки. Я так давно сам себя забываю, но все-таки теперь вы друзья. В моем сердце так много любви, разреши мне быть рядом с тобой. Забери меня, забери, забери меня, мама. Под небом другим остывать будут только наши следы. Забери меня, забери, забери меня с собой. Забери меня, забери, забери меня с собой. В моем сердце так много любви, разреши мне быть рядом с тобой, мама. Забери меня, забери, забери меня, мама. Под небом другим остывать будут только наши следы.
невозможно было остановить. Это называется, мы вас по-хорошему приглашали. Сумасшедший финал. Спасибо! Спасибо большое. Бурито! Супер, друзья мои! Музыканты вообще. Вот такие вот сумасшедшие концерты у нас здесь, в открытой студии Авторадио в Музеоне, друзья мои.